в вашій хаті дозвольте колядувати. Дозволяєте? Конечно. Скажіть, дозволяєте? Так, да. Ей! Срібно-білий сніг, блистели порі, кличав святий, серпом він доріг. За вікнами і мла, і пошука тепла, по вулиці засніжений і темна зима. Нова сильна, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Добрий вечір всім, дорогі телеглядачі телеканалу «Жизнерадісний дяк». Сьогодні Рождество Христове, сьогодні я після служби поїхав з Владикою на трапезу, ми заїхали, поколядували, потім поїхав опять на службу. Є одна дуже уважаема тетя Тамара, которой вже 87 лет исполнилось, вона пела у нас на клиросі. И она одна, и она заболела. Она мне звонила и просила, чтобы я ей чем-то помог. Две недели я был в разъездах, ничем не мог помочь. Но сегодня Рождество, я зашел, она сейчас в больнице в 11-й. И она просит для начала спеть тропа, Рождество Христову. Рождество Твое, Христе Боже наш, восья мир и висит разума, в небо звездам служащие, звездой учахуся. Тебе кланяйтесь со солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе. А еще у тети Тамары сегодня, оказывается, день рождения. И я очень рад, что моя жизнь так складывается, что я не сижу где-то за столами сейчас, как обычно, в Рождество мы где-то колядуем, а я пришел туда, куда сказал наш Господь Иисус Христос. Посвящать больных наших, верующих, христиан. Тут еще люди лежат. Кстати, привет, помахайте с Дрездом Христовым. Зараз мы все нуждаются в поддержке. Оказывается, у тети Тамары сегодня день рождения. Представляете? О, фантастика. Да. Поэтому, тетя Тамара, мы вам желаем только одного. Здоровья. Здоровья и милости Божией. И нашей тете Тамаре благоденственное, мирное житие, здравие, жизнь, спасение, во всем благое поспешение. Подашь, Господи, ныне те заименитой 87-летней девочке Тамаре и сохрани, Господи, на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Так, тетю Тамару мы берем на поруки и будем ей помогать, и сделаем все, чтобы она была счастливой человек, потому что она наша православная христианка. В общем, тетя Тамара, 87 лет, она обратилась ко мне, недавно звонила, потому что увидела телефон мой, и в этом возрасте она разбирается в гаджетах, она разбирается в ютубах, фейсбуках, и вот она мне звонила, и я забыл про нее, ну такое бывает, извиняйте, к сожалению, нету, не хватает помощников, и вот я попросил Марийку, которая заботилась о тете Зое, она поехала, разузнала, объяснила мне ситуацию. И я вспомнил, вот и звоню, не могу дозвониться. И Марийка говорит, что она в больнице. И я приехал в 11-ю больницу, очень милый персонал, чистота везде, порядок, молодцы. Много людей лежит, пожилых, инсультников и разных людей, а она просто была в шоке. Она, оказывается, пела у нас в храме много лет, 15 лет она пела. Она была в таком шоке, ребята, вы не представляете. И это такое счастье, это мурашки по коже, это слезы. Несмотря на то, что происходит вообще сейчас у нас по отношению к нашей церкви, я думаю, что вы в ближайшее время узнаете, уже знаете, что происходит. Не хочу о печальном говорить, и все это очень сильно угнетает. Но такие моменты, ребята, посещение ближних, это нечто. Смотрите, что нужно, чем помочь этой тете Тамаре? Она одна. Ей надо организовать, во-первых, сейчас ее надо вылечить, потому что у нее непонятно, что происходит. Во-вторых, ей нужно помочь с уходом, то есть нужно найти человека, который будет или с ней сидеть, или какой-то дом милосердия найти. Сейчас я буду этим заниматься, я оставляю реквизиты, ребята, давайте рождественский такой подарок сделаем первый в этом году. В этом году я еще ничего не собирал, не объявлял. И попытаемся нашей православной христианке, которая находится в таком преклонном возрасте, помочь ей порешить вопрос со здоровьем, с одиночеством и организовать вот эту вот такую вот уже старость, скажем. Всех с Рождеством, всех обнимая. Надеюсь, вы поделитесь этим видео. И когда-то придет время, может, я буду лежать в больнице, придет какой-то жизнерадостный сын, внук, не знаю, подписчик, и обязательно
тоже меня поддерживает в сложные минуты. Всем хорошего вечера.